Сегодня 5 ноября. Мы с Эдуардом, нашим руководителем отдела оптовых продаж, на выставке Mitex в экспоцентре. Эдик, привет. Привет, Полина. Мы рады здесь вас увидеть. Если вы придете, пожалуйста, будем рады показать вам наш Solis 26 и рассказать о другой технике. Да, у нас широкий ассортимент техники. А наши бренды – это Kentaur, Solis Gold, Flagman. Поэтому приходите, расскажем. У нас есть каталоги, покажем, дадим посидеть на тракторе. Поэтому будем рады видеть вас. Приходите. Эдуард, я оставляю тебя здесь, а мы пойдем посмотрим, что здесь на выставке происходит, кто еще выставляется. Погнали! Это 17-я международная выставка инструментов, оборудования и технологий. Посмотрите, какой масштаб. В России это самое большое и главное событие в мире инструментов. Все, что здесь представлено, очень близко к сельскому хозяйству, поэтому, конечно же, и трактор Solis мы второй год выставляем на Mitex'е. А вы для чего, для каких целей присматриваете? В частности, для садовых насаждений, для производства посадочного материала. У нас питомник, и у нас как раз сельхозтехника тоже интересна. А вы знаете, у нас в питомнике просто постоянно берут трактора, да? Конечно. А вы знакомы с этой маркой, да? Конечно. У нас недавно была выставка питомниководов, и там тоже был представлен Solis. Конечно, лучший трактор на рынке сейчас. Друзья, здесь мужской рай. Просто посмотрите. Ну, конечно, я об инструментах. Для чего такой большой диск? Ну, это для каких-то машин, которые режут такими дисками. Немецкая, что ли? Прям терзают смутные сомнения. Здравствуйте, а вы здесь работаете? Да. Это немецкая техника? Конечно. Немецкие генераторы? Немецкий бренд. Бренд. То есть китайские? Часть производится в Японии, но это Honda в основном. Только либо с моторами Honda, которые собираются у нас под небесным. Не, молодцы, все шикарно, все красиво. Ну, в любом случае, я же могу на ваш сайт зайти и посмотреть. Да, это конкретно мой номер телефона, если будете звонить. Ну, я занимаюсь компанией Optum, поэтому по всем вопросам можете обратиться, я вас соединю с специалистом. То есть скажете, что общались с вами на выставке. Спасибо огромное вам. Что это такое? Воздуходувка. Аккумулятор. Она какая-то мощная, да? Ну да, ну вот, 54 метра в секунду. А она... для чего она? Ну, можно, смотрите, то есть, вот мы, да, поработали здесь, мы там сдули, по сути, подмели с машины снег, условно говоря. А вот здесь, вот мощность, смотрите, с коврового покрытия. Это ковровое покрытие, оно зацепляет. Да. Сверху всегда можно сдуть. А есть у вас что-то уникальное? Вот про что вы хотели бы рассказать? Радио, аккумулятор. То есть у нас есть аккумуляторная платформа Unimax. То есть один аккумулятор, он подходит на весь инструмент. Вот, соответственно, новинка радио и степлер. Что ты хочешь, чтобы я рубила? А можно тоже попробовать? Ой, да вы что? Это топор. Да вы что? Боги, как вы это делали? Поближе, еще ближе. Вот. А, ну хорошо. Может быть, будет удобнее. Удобнее? Вообще, у меня руки из того места. Я так думала. Первый раз надо побольше позаниматься. Не, ну это мужская работа, конечно. Фабрика «Петроград» выпускает столярный инструмент, инструмент для резчиков, то есть стамески резчицкие, топоры в том числе. Причем топоры могут быть разные, плотницкие, столярные, валочные, мясницкие и так далее. 11 тысяч топорик.
Друзья, первый день выставки подходит к концу, достаточно оживленно, нам все нравится, много людей, посмотрим, что будет дальше. Приходите, если будете в Москве.